Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, и вы находитесь на канале, сами знаете каком, Казаков Gamer Systems. Так, мы продолжаем играть в игру, дорогая Эстер. Я даже не могу ее назвать игрой, это просто величие прекрасного. Да, вы сейчас посмотрите вперед и увидите безупречную красоту. Так, на превьюшку вот это построил. Вот это просто супер. Ну что ж, что я хочу сказать. В первой серии я проходил, там было самое начало. Господи, во память, а. Беда, беда просто. Беда. Так, во второй серии я точно помню, что мы там делали. Бегали, какие-то кораблекрушения глядели. Там, блин, корабли какие-то, аварии. Там про какую-то дыру мне рассказывали. Фиг его знает, рассказывали историю Якобсона. Чужак мужика. И мы проходим его путь. Вот это наш фонарик. Больше его нет. Да он здесь и не нужен. Свечки, пещера, вода. А свое отражение увижу? Ха, конечно, ща. Разбежался. Беги и падай. Угу. И волосы назад. Так. Ну что ж. Пойдем гулять по-прекрасному. Жалко здесь бегать нельзя. Я бы так игру уже давно прошел. Красота, ну супер, ну посмотрите, а. Ну давайте вот здесь пройдусь, ну вот посмотрите на этот супер, а. Ух ты, вы гляньте, зеленые камни, прям криптонит полный. Ну кто знает Супермена, я сами пойму, про что я говорю. Если бы я был Суперменом, я бы в этой пещере... А, господи, я не дойду, неплохо. А, ладно. Зеленым цветом все сделал, вы посмотрите, красота, ну просто... Просто неописуемая красота. Вот это вот... Чем-то похоже вот на краску, которую мы нашли в самом первой главе. Ну и во второй главе она есть. Хопа. А ты что, сидел, что ли? Ну офигеть. Вот ты. Ну просто про... Ну ты эту прямо... Это просто там сказка. Не существует другого направления. Нет другого выхода из этой автомагистрали. Ускоряясь мимо перехода, я увидел вас на обочине с последним напитком в дрожжах. А? Опять что-то нам рассказывает. Ну, елки по... Ну, блин, ну я не знаю, ну у меня прям реально просто мурашки по телу. Эта красота, она... Ух, дает знать о себе. Фу. А куда мне идти? А? Я же вот только что отсюда... А, тут две пещеры. Зато прогулялись, ну... Я не знаю, ну красота просто офигенная. Но он сам приседает, ну елки-палки, и делать ничего не надо. Ух, ни хрена себе! Вот это да! Я вот как понимаю, вниз опрыгиваю. Господи, какая красота! О, супер, вы посмотрите на скал, как ручьи текут. Прыгаем. Я здесь задыхаться буду? Как понимаю, нет. Ну, елки-палки, ну вы посмотрите, ну это правда. Ну это реально просто красотища. Супер. Надо же так разработать игру, а? Вы посмотрите, вот это вот мой любимый цвет, вот глубизна вот такая идет. Ух, у меня как раз и глаза цветом голубые, блин. Ну, фух. Не знаю, у меня просто мурашки. Я знаете, как обожаю вот такую вот красоту. Так. Значит, вверх поднимаемся. Красота. Ну, просто, просто изумительно. Я не знаю, я могу 50 тысяч раз аж повторить, что это просто красота. Вон оттуда я прыгу вниз. А, супер! Супер! Сейчас, погодите, я часы одену. Просто без часов мне не очень привычно. Я привык часы одевать, смотреть, сколько времени проходить, как чего. А то, что я сейчас часы одену, я надеюсь, ничего такого страшного. Сейчас продолжу, погодите. Опа! Оп! Все,
Часик. Время час. Ну, красота! Чё, я сейчас вниз, что ли, опять упаду, если пойду так? Надеюсь, нет. О, прошел. Супер. Это кровь, что ли? А нет, наверное, походу отсвечивает так. Не хватало тут крови еще. Так. Ну, изумительно. Это мы из пещеры выбираемся уже, да? Думаю, так. Что я вам хочу сказать? Вот вы смотрите. Вот такие вот пещеры можно еще встретить в Казахстане. Вот вы мне не верите. А я вам правду говорю. Да-да. Не верьте. Слетайте, съездите, сплавайте, сбегайте, сползайте. Чего хотите, делайте. Но вы должны ее увидеть. Я видел. Я избегаю огня. Инфекция в моей ноге, как бур, черпает наружу черный гной из глубины костей. Я горстями глотаю дазепам и парацетамол, чтобы оставаться в сознании. Боль разливается во мне, словно подземные воды. Да, господи, парацетамол, он же дерьмо. Ну, елки-палки, я думал, пещера заканчивается, а здесь продолжение красоты красотной. Господи, сдайте вот правда, вот прямо вот хочу побывать в реальной жизни, в таком месте. Вы понимаете, что это такое себя испытать, в такую пещере прийти просто. Нет, я пойду прогуляюсь. Зато поговорим сейчас еще. Так. Вот как они называются, вот эти, которые висят вниз, как они... Как-то... Сталактиты, по-моему. Точно, сталактиты. Опа, не зря учился в школе и в колледже. Не зря. Ну, красота, ну, супер. Разработчикам просто 5 с плюсом. В 1000 раз сказать. Я еще и здесь прогуляюсь, ну почему бы нет. Ух, красотища. Вот здесь вот по речке поплаваю. У-ху! Красота. Вы посмотрите, меня река несет просто. Просто несет, вы посмотрите. Ладно, давайте выходим. И надо идти дальше продолжать. Давай. Ну чё? Ну реально красота просто, я пихаю. Ну ёптель-моптель. Ну как? Куда? Уносят меня. Взымглавую снежную даль. Белых коня и 3 белых коня. Декабрь, январь и февраль. Тек, вот я и выбрался. Ну что ж, пройдемся еще раз по этому мосту. Да. Кто захотел смотреть с третьей серии, сразу говорю. Не обращайте внимания. Умоляю, просто не обращайте внимания на глюки. Я вам реально говорю. Просто игра с диска. Она походу пиратка. Не, реально, я не буду скрывать. Походу с диска пиратка. Я не знаю, я покупал... Ну, можно сказать, уже давненько этот диск. Вот решил делать прохождение с этой игры. Чтобы вам рассказать о себе, там, и все такая, и такие истории. Ну, чтобы узнать друг о друге получше, чем у них. Ты сейчас еще занят, работу искать. Ёлки-палки. С работы вообще беда. Ну, сталактиты. На сосульки похоже. Да. Вау! Вот это да!
О, господи, вы посмотрите на... А куда идти-то? О, господи, какая красота! Я восстанавливался после операции. Я припоминаю свет, которым они светили мне в глаза, чтобы проверить работу зрачка. Как если бы уставился на лунное небо со дна колодца. Люди поднимались на вершину, но я не могу сказать, была ли ты там. Ну, здесь плавать можно. Круто. А мне куда надо-то? Туда или куда? Я так-то что-то не понимаю. Я сейчас там пропусти... Опа, что-то написано. Вот Дамаск исключается. Чего? Прикиньте, русско. По-русски написано. Я не понял. Я сейчас назад вернусь. Я не хочу. Я вернусь назад. Я посмотрю, что там за подъем вверх. Интересно, нифига себе. Пропустить подъем вверх. Красота. Повторюсь я еще тысячу раз. Вот, видите, подъем какой-то вверх. А, так туда нельзя. Ну, елки-палки, ну что нельзя было сразу сказать? Блин, надо было сразу проверить, а? И не надо было возвращаться, ничего. Ничего страшного. Вот если бы не эта красота, я бы сейчас сожалел, что вернулся. Но вот из-за нее я просто офигеваю. Так. Я вот все замечаю, ну надпись это ладно, я первую надпись встретил. А вот то, что химические всякие формулы, вот это вот меня удивляет уже. Ну так посмотрите, это реально химические формулы. H, OH, COH. Дамаск. Что за Дамаск? Ксамат. А, Дамаск исключается. Тьфу ты, ёптель. Наоборот читал. Какая красота. Такая, кстати, краска, по-моему, продается. Из числа городов. Дамаск исключается из числа городов. Чё это такое? Это чё, прикол, что ли? Дамаск исключается из числа городов. Это, походу... Пиратка, походу, переиздана каким-то пацаном. Дамаск исключается из числа городов. Ну, елки-палки, ну, надо что-то такое понаписать. Супер. Ну, блин, ну, реально, вот, прям, насмешили. Цвета меняются, уже синенькие. Ой, сейчас поплывем. Ну, то, что он здесь не задыхается, и то хорошо. Продолжение пещер. Ну, супер. Ну, вот я, знаете, я вот в восторге. Хоть и бывают некоторые глюки, но я в восторге от этой игры. Просто в восторге. Ну, посмотрите сами на такую красоту. Да. Супер. Чё, еще ниже прыгать? Или туда? Деяние 22.0. Не, я прыгать. Походу прыгать придется. Вы посмотрите, я на ту сторону не смогу попасть. Давайте попробуем пройти. Нет, вниз прыгать. Ну ёптель. Ну блин, ну чё ж такое-то. Вау. А не понял. Вау, я плавать могу. Нифига себе, это я чё? Это чё, типа под пещерами, что ли, находился, или чё? Это, походу... Это, наверное, чё-то типа воспоминаний. Вон там какая-то машина стояла.
Ну точно. Воспоминания. Давай. Вот туда. Ух, красота. На, ждите еще 4-й серии. Нас предстоит последний поход к сигналу. Маякный. Ну ничего страшного. Я после этой игры сразу начну следующую проходить. Я теперь с вами долго не останусь. А вы давайте подписывайтесь. Просматривайте. Лайки ставьте. Ну музыка тоже супер, блин. Я у Гилки-Палки про красоту говорю. А про музыку что-то ничего. Беда. Ну вы сами мелодии слышите. Так, как я понимаю, началась следующая глава. Давайте посмотрим. Ну, точно. Выбираемся уже наверх. О, луна. Ну, ёлки-палки. Ну, вы посмотрите. Даже луна. После таких пещер мы выбрались. Луна. Вы представляете, я увидел луну и просто офигеваю. Ну, одна то, что красота пещер. Красоту пещер, я понимаю. Но красота самого ночного света здесь, луны, она уже ни с чем не различима. Вот они в банке с краской. Хм. Свечки, вот которые поджигали. Походу я реально прохожу путь Якобсона. А вот тут палатка. Вот откуда у Якобсона была палатка? Так. Давайте вот так я и останусь. Фух. Здорово. Мне кажется, или серия маленькая какой-то получилась. Все-таки пещера долго проходил. Ну, не знаю. Ну, я говорил, что я на каждую главу буду одну серию. Знаете, 4 серии в одной в один плейлист. Это я еще понимаю засунуть. Но вот 3, это фигня какая-то. Ждите следующей серии, конечно же. Чего ж... Чё уж, последняя серия. Ух, прямо. Я не знаю. Мне надо просто успокоиться после такой красоты. Я ж ценитель, я просто ценитель красоты, реально. Фух. Ну что ж, вам хочу сказать. Вот на таком фоне прям. Ну вот, я вот на таком фоне прям. Ну что вам хочу сказать. Привет, сколько времени? Нормально. Так. После этой игры, я думаю, начать проходить что-нибудь такое. Игра поезд. Сами заметили игру поезд, я начал проходить. Вот про что я забыл сказать. Игру поезд. Да, кстати, у меня сейчас просто голова забита всякими вещами, там все. Да и игра такая сама, что не посмеешься, не пошутишь. Но я так шутника не мог прям. Ну реально, я, знаете, как шучу, ну прямо со смехом можно сдохнуть. Ух! Клоунам завидуются. Не, ну реально, я просто... Чё? Ну я просто офигенно шучу. Но это игра. Здесь просто не до смеха. Здесь просто надо ценителем красоты быть, чтобы это все разглядеть. Все эти текстуры, всю эту графику. Я это все разглядел. И надеюсь, вы тоже это все увидите. Ну что ж. Что хочу сказать. Игру поезд вы сами увидели. Да, просматривайте ее. Она тоже будет маленькой. Дальше я начну проходить всякие ужастики. И параллельно проходить игры обычные. Да, еще у меня плейлист «Полный пи» называется. Как я уже говорил, полный вынос мозга там. Буду проходить всякие детские игры, обычные игры. Ну, вот которые вот эти маленькие головоломочки всякие вот эти. Чтобы просто поугарать, поржать. Чтобы нам успокоиться после таких игр, расслабиться и отдохнуть. Ну что ж, хочу вам сказать. Меня зовут Андрей. Вы находились на канале Казаков Gamer Systems. Всем удачи, всем пока. Ждите последнюю серию.